Старцы смиренные, иноки честные, ходим по селениям, собираем миностынку. А ты кто такой? Наш товарищ. Мирянин из пригорода проводил старца в порубежа, иду во свояси. Парень-то, кажется, гол, плохо пожива. Вот разве старцы? Ха! Отцы мои, каково промышляете? Ох, плохо, сыне, плохо. Крестьяне скупы стали, деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают, приди грех вели на языцы земные. Ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле-еле три полушки выморишь. Что делать с горя? И остальное пропьешь. О, пришли наши последние времена. Господи, помилуй, спаси нас. Что ты на меня так пристально смотришь? А вот что, Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий теретик Гришка Отрепьев. Знаешь ли ты это? Не знаю. Ну, и царь велел его еретика изводить и повесить. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыне, не умудрил Господь. То вот тебе указ. Наш он мне. Этот еретик, разбойник, вор, Гришка, ты! Вона, что ты, Господь, с тобой? Господи, старца тут покой не оставят! Эй, кто здесь грамотный? Я грамотный! Эва, ну, читай! Вслух читай!